По улице Бадина возле дома 184 из-под земли забил ключ с чистейшей водой. Оказывается, больше недели компания «Карагандысу» не может устранить аварию на водопроводе. Это и возмутило жителей улицы. Оказывается, в Караганде есть улицы, по которым не ступала нога чиновников. Жители улицы Бадина считают себя обделенными вниманием городских властей. И на то есть свои причины. У нас неделю бежит вода уже, даже больше. Об аварии, да, это центральный водопровод. Об аварии сообщили сразу, как только появилась. Нам сказали, что мы поставим вас на очередь. Вот, сказали, запасайтесь водой, мы тут все запаслись. Но вода как бежала, так по сей не бежит уже, полный рык. Что нам еще нет, пригрозили нам, что повысят тарифы за то, что вода в воду уходит. Вот и никаких мер не принимают. Да. Чопик забили, весь ремонт кончился. Да, все, даже не отремонтировали. Это 3 года назад здесь сделали, вот только дорогу вот все вроде как выстроили, вот хорошо. Вот теперь чопик забили, оно в том же месте опять прорвало. Жители возмущают то, что из года в год тарифы поднимаются, а качество услуг остается на прежнем уровне. И никто ничего делать не хочет. А пока люди из-за боязни остаться вообще без воды, набирают ее во все емкости, которые попадаются под руку. Вот тут все, и лейки, тазики, вот смотрите, все наполнено водой. Вот у меня везде вода. Вот. Думали, будут делать. Вот. И дома бутылки, все емкости, все заполнены. А вода течет, заполняет рыки и скоро польется в подворье жильцов. Здесь частный сектор, и все считают, что жители должны самостоятельно устранять аварии. Но живут-то здесь в основном пенсионеры, и их дома можно только с натяжкой называть современными коттеджами. Им просто не под силу заняться крупным ремонтом. Я получаю пенсию. Дочь у меня со мной живет. Муж у нее умер. Нам как вот жить? Мы в прошлом году еле-еле собрали вот на то, что ликвидировали, сказали, это наша беда, что у нас там воду прорвало. А сейчас вот это все разместят, и опять да. Никто не будет делать дорогу. Опять все, да. Вот сегодня щебенку вообще ничего не возят. Да, вот щебенку вот купили, вот кто смог, вот насыпали. Но это же так ненадолго. Объяснить можно любую ситуацию. Нет средств, не заложено в городском плане реконструкции. Но людям понять, что они просто брошены без помощи, непросто. Считают, что это личные колодцы ваши. Если у нас где-то текет в колодце, они говорят, это ваш собственный колодец. Мы платим за то, что они перекроют, задвижки только закроют 7 тысяч. Вот. За свои деньги нанимаем людей, чтобы делали что-то в колодце. Они, это говорит, частный, мы к этому не касаемся. Берите и делайте. Если у них, то вы видите, какой результат. Вода течет, и им до этого дела нету. Еще одна печаль жителей этой части улицы Бадина – дорога, вернее, ее отсутствие. Причем до перекрестка Бадина заасфальтирована, а на их участке просто грунтовка. Дорогу не ремонтируется, вечером темно, особенно освещения никакого нету. Там половина Бадина, где маршрутный автобус ходит, там асфальт, там освещение есть. У нас же здесь вон полдороги, машины ездят, вся пыль дома. Вот. Весной, когда... Здесь вода стоит, не пройти, не проехать, людям пройти негде, машинам проехать негде, налоги платим, куда эти деньги уходят, мы не знаем. Вот. Как что сказали, заасфальтируйте, пожалуйста, делайте за свой счет. Все за свой счет, а за что мы тогда налоги платим? Вот этого мы понять не можем. Вот и приходится ко всем бедам жителям этого отрезка улицы Бадина глотать пыль и надеяться, что ситуация наконец-то изменится в лучшую сторону. Сергей Высокосов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. Спонсор выпуска новостей – компания Galaxy Group с торговой маркой «Алюгал». Компания Galaxy Group вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы «Алюгал». «Алюгал» производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. Любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили «Алюгал» – это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет, легко в сборке и проста в эксплуатации, ведь продукция фирмы «Алюгал» адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы – это «Алюгал».